Здравствуйте, в эфире 7 канала, программа «Полезности». Меня зовут Татьяна Шлифтенко, и девиз моей программы – это полезно знать, это полезно слышать, и этим полезно интересоваться. Мы продолжаем доносить до вас важную информацию, и сегодня будем говорить о нашем здоровье. Лето в самом разгаре, жара, солнце. Мы наслаждаемся этими факторами, но порой забываем заботиться о себе и забываем о том, что лето – это пора активизации вирусов. А что же делать и как мы можем помочь себе быть здоровыми, сегодня нам будет рассказывать Сергей Гусев, автор лекарственного препарата «Меркурит». Встречайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, что же делать? Ведь вирусов действительно очень много и они постоянно атакуют наш организм. Ну, мы прежде всего знаем, что вирусы проявляют себя, вернее, тогда, когда наш организм ослабевает. А сейчас вроде солнце, жара. Ведь нужно помнить, что такое загар? Это ответ нашего организма на ожог, который доставляет солнце. То есть, если вы хотите быть обожженными, а это ж не только ожог, что что-то внешне некрасивое, это прежде всего огромный удар по иммунным, по защитным силам организма. Кроме того, это важнейший фактор старения кожи. Поэтому здесь нужен разумный подход прежде всего. Все в состоянии, скажем так, находиться на море либо с утра до 12 часов и появляться после 5 или 6. Ну, а кто берет на себя, что ответственность побыстрее постареть, либо заиметь те или иные заболевания, это остается на его усмотрении. Что называется, Минздрав предупреждает. Вирусы действительно активизируются в этот период, и хочется понимать, а все ли они вредные, либо бывают какие-то вирусы, которые не вредят, а может быть, и помогают нашему организму? Вы знаете, в отличие от микробов, мы знаем, что микробы есть действительно вредные для нашего организма, но есть и полезные, то все абсолютно вирусы являются абсолютным вредом для нашего здоровья. Ведь что такое вирус? Вообще, во-первых, вирус в переводе с латыни обозначает яд. Поэтому, какой бы он ни был вирус, он не может быть полезным для нас, потому что это яд. И прежде того, чем коснуться эту тему, нужно знать, что вирус – это внутриклеточный паразит. Своей структурой он гениально прост и гениально эффективен, потому что вирус всего лишь навсего – это молекулы РНК или ДНК, заключенные в белковую оболочку, ничего лишнего. Вот если микроб может жить вне клетки человеческого организма, ему нужна какая-то среда, кислотность, он там себе все найдет и будет сам себя воспроизводить, то вирусу необходима клетка. Вне клетки он дремлет иногда десятилетиями, а иногда и столетиями, но стоит попасть на клетку, а я повторяю, эта клетка должна быть чувствительной для него, и тогда он проникает внутрь и начинает ее модифицировать таким образом, чтобы она вместо полезных и нужных для нас белков, ферментов, гормонов производила вирусные частицы. И в результате хищнического использования этого потенциала у нас что происходит? Разные заболевания, изменения в структуре наших клеток. Например, если это молодая женщина, то это риск и мертвого рождения ребенка. То есть это серьезные проблемы. Это и проблема рассеянного склероза, и проблема рака. Вы знаете, что процентов 40 всех заболеваний вот, онкологически связаны с наличием той или иной вирусной инфекции. Либо это, например, герпес-вирусная инфекция, она ответственна за развитие целого ряда лимфом или рака поджелудочной железы. Показатели статистики просто ужасные на самом деле. Вот, допустим, о том, что вирусы гепатита В и С вызывают около 82% случаев рака печени. Ведь на самом деле это просто ужасно. Но поэтому мы и хотим, чтобы люди понимали и знали, что же это за проблема и каким образом нужно с ней бороться. Потому что медицина, наука логична. И когда у нас есть соответствующие все данные, мы с вами понимаем, а можем ли с ними бороться. Потому что я хочу сегодня говорить не только о самих вирусах. То есть они есть, они были и будут существовать и после нас. Но и о том, каким образом можно их противостоять. Поэтому я буду называть очень важные вещи. Прежде всего, размер вируса, который есть. Потому что не понимая и не зная, какой размер вирусной частицы, мы с вами никуда не сможем двинуться вперед и не будем понимать и представлять, а каким же образом можно воздействовать на этого столь агрессивного хищника. Чаще для нас это все-таки абстрактное понятие. Конечно. Когда ты не видишь перед собой определенную картинку, все это остается в умах только специалистов. Но большинство же людей болеют, поэтому я хочу, чтобы они ориентировались и знали. Итак, а какой размер ее тогда? Ну, например, возьмем вирус гепатита. Размер его порядка 60 нанометров.
То есть, если размер человеческой клетки порядка 7,5 тысяч нанометров, то его размер 60 нанометров. Соответственно, конечно, он легко проникнет внутрь этой клетки. Но в то же время тот лекарственный препарат Меркурит, о котором мы сегодня будем говорить, он же разрабатывался с пониманием того, что происходит в человеческом организме, с пониманием природы происхождения борьбы с вирусом. Вот сама молекула Меркурит является самой маленькой всех известных, не только там на Украине, но и вообще в мире. Размер молекулы меркурида всего лишь 1 нанометр. То есть меньше уже невозможно. То есть молекула меркурида настолько маленькая, что ее невозможно рассмотреть в световой микроскоп. Потому что длина волны там определяется, чтобы видеть определенную длину волны, он меньше длинной волны. Для этого использовался целый ряд таких электронных, очень мощных сканирующих микроскопов для того, чтобы определить размер молекулы вещества. И теперь, когда мы знаем, что молекула меркурида в 60 раз меньше размера вируса, мы с вами понимаем, что он может проникнуть внутрь вирусной частицы и разрушить ее генетический механизм воспроизведения. Это и является полнейшей уникальностью в действии препарата, потому что других просто не существует. То есть это получается какой-то умный препарат, который сам определяет, какие молекулы уничтожать, а какие нет? Правильно, потому что мы не зря с вами заговорили о нанотехнологиях. Известно, например, вот для примера обывателя, телефон современный, он же пишет, записывает, переговаривается, снимает автоответчик. То есть у него тысячи функций, о которых я даже не в состоянии понять. То есть лежит, пользуется основным, но тем не менее потенциал его огромный. Что произошло? Почему произошел такой качественный скачок наряду с теми телефонами, которые были у каждого, все стремились иметь, связанные с телефоном, шнуром и с трубкой? Да прежде всего появились нанотехнологии. То есть появились те технологии, когда маленькие микрочипы смогут делать большой объем информации выполнять. Так и в случае с меркуридом. Мы и создали наноразмерную молекулу меркурида, потому что есть общемировые критерии наноразмерности. То есть если твое вещество размером меньше, и ты доказал 100 нанометров, оно считается наномолекулярным. Вот наша молекула является наномолекулярной. Соответственно, она наделена определенной интеллектуальной составляющей. И вы правильно заметили, потому что лечение меркуридом относится к таргет-терапии. Таргет в переводе с английского обозначает прицел-цель. То есть мы действуем прицельно на причину развития заболевания, а не на те симптомы, которые ее окружают. Именно поэтому, наверное, так долго разрабатывался препарат, более 18 лет. Ну, на сегодняшний день уже, могу сказать, уже это 23 года. И мы не останавливаемся, потому что впереди огромный еще пласт работы. Угу. И хочется вот акцентировать, что используется именно как лекарственный препарат. Да, конечно. Это зарегистрированный в Украине лекарственный препарат, который имеет свидетельство о государственной регистрации. Мало того, внесен формулярный список Минздрава Украины. И вам, наши дорогие телезрители, хочется сказать, что офис компании «Меркурит» находится у нас в Одессе на улице Старопортофранковской, 101. Телефон для записи на прием и консультации 320-210. Звоните, уточняйте и приступайте к борьбе с вашими заболеваниями. Ведь главное – это начинать. В рамках программы одной мы не можем охватить все заболевания, но хочется рассказать вам о самых актуальных и о тех, которые более всего негативно влияют на наш организм. И хочется расспросить у вас, вот проблема гепатита С стоит остро, очень остро у нас в государстве, ведь называют его ласковым убийцей, так что мы не знаем об этом заболевании до буквально последнего, до того, когда он же наносит неповторимый вред нашему организму. И для того, чтобы вы более подробно поняли суть проблемы, давайте посмотрим с вами видеоматериал, а Сергей, как медработник, нам расскажет, что же делать. Обратите внимание, вот он попал внутрь. Он облекается в определенную белковую оболочку. Теперь он уже неотличим от человеческих клеток и движется. Вирус вот по поверхности клетки. Что он выбирает? Он выбирает прежде всего чувствительную клетку. А для этого ему нужны определенные якорные белки. Причем их должно быть несколько. Вот ученые установили, что это за якорные белки. Он прикрепился к клетке, получил сигнал, что это что-то хорошее, и втягивает его вовнутрь. Облекает его в определенную еще одну белковую оболочку. Но переварить, убить вирус не может. Она только высвобождает внешнюю белковую оболочку. И теперь спираль РНК вируса гепатита С сбрасывает в себя оболочку и устремляется внутрь
клетки, захватывая, и сейчас вы увидите, как происходит, каким образом ее командный пункт попадает на ретикулу. Рибосома считывает информацию с РНК и передает ее внутрь клетки. И теперь перед нашими глазами весь размер вирусной частицы. Частички из него встраиваются в структуру клетки вируса. И теперь вирус приступает к механизму самопроизводства. Вот снова устремились его РНК, считали информацию с основных белковых структур вируса. И теперь эта клетка начинает потихонечку, а иногда и быстро, готовить новые вирусные частицы. Вот оно произошло, смешение информации. Теперь уже они внедряются в другие структуры клеток. Идет процесс самосборки новых вирусных частиц. И эти вирусные частицы выходят на свободу, попадая на гепатоциты и их уничтожая. Сергей, чем же нам может помочь меркурит в этом деле? Вот увидели сам процесс воспроизводства. Итак, первое. Во-первых, размер молекулы меркурида в 60 раз меньше. Второе. Он конкурирует с этими якорными белками, которые находятся на поверхности чувствительных клеток. И если он займет эти якорные белки, вирус не сможет присоединиться. Он не присоединился, он не попал вовнутрь. Второе. Меркурит. Здесь в программе невозможно, конечно, все показать. Увеличивает число и активность особых иммунных клеток. Называются клетки-киллеры. Задача которых и уничтожать вирусные частицы. И кроме того, меркурит включает важнейшие сигналы апоптозы, то есть самоубийства тем клеток, куда уже вирус попал. Потому что если вирус находится уже внутри, вы клетку эту не можете спасти. Но нужно ее прицельно уничтожить, ее отделить от здоровых клеток. И тогда достигается это проведением так называемой таргет-терапии. И это позволяет прицельно воздействовать. Вы знаете, это еще очень важнейший момент, потому что экономически. Потому что стоимость лечения на современном этапе импортными препаратами, осуществлять так называемую таргет-терапию при помощи современных технологий, это дорогое удовольствие стоит от 50 и больше тысяч долларов. И какая семья может себе все это позволить? Потому что этому препарат создается для того, чтобы лечение было более доступным для жителей Украины. Препарат «Меркурит» доступен каждому из нас, ведь научно-исследовательский центр «Меркурит» находится у нас в Одессе по адресу улица Старопортофранковская, 101, телефон для записи 320-210. Звоните, интересуйтесь и записывайтесь на прием, ведь быть здоровым несложно, нужно только захотеть и начинать заниматься собой и своим здоровьем. И вот именно по такому принципу наверняка «Меркурит» может бороться и с другими вирусными заболеваниями, ведь тут же и герпес, опять же. И герпес, и цитомегаловирусный вирус Эпштейна-Барра. Понимаете, механизм проникновения в клетках, он всегда будет одинаково, один и тот же. Чувствительная клетка, например, для гриппа, это клетки верхних дыхательных путей, эпители там они попадают. Для герпеса он считается нейротропным, он очень любит нервное окончание у него там. Но дальнейший процесс практически он идентичен. Поэтому меркурит и оказывает универсальное действие. Для него не имеет значения, это ДНК или РНК, содержащий вирус, потому что он активизирует те естественные пути нашей самозащиты против вирусной инфекции. Потому что если бы этих путей бы не существовало, ну, мы бы давно с вами вымерли как вид. Но мы же боремся. Единственное, нужно делать все, чтобы вирусы не накапливались. Потому что в геноме современного человека уже порядка 18-19% принадлежит не нашей наследственной информации, то есть то, что он принадлежало нашим прапрабабушкам, дедушкам, а различным вирусам, с которым они контактировали. Поэтому прием меркурида позволяет прицельно выискивать и буквально стирать вот эту чужеродную генетическую информацию. Соответственно, если это молодые люди, впоследствии они передают здоровые гены своим детям. Но если это уже человек, который, ну, не стоит вопрос, чтобы были дети, то, безусловно, прием меркурида – это профилактика и снижение риска развития атеросклероза
атеросклероза, рака поджелудочной железы, рака желудка, рака предстательной железы, шейки матки, потому что рак шейки матки одно из самых серьезных, например, заболеваний на сегодняшний день. И снова далеко за примером ходить не надо. Активация солнца. Женщина любит находиться на море. У многих, кто занимается своим здоровьем, знает, что есть этот вирус. Солнечная инсоляция вызывает снижение потенциала защитных сил, соответственно, идет активация вот этих вот канцероопасных видов вируса. Поэтому прием меркурида профилактически позволит ее защитить, потому что препарат сам найдет, что и где изменено, и будет стремиться уничтожить эти опасные вирусы, которые способны привести к перерождению и, соответственно, тяжелому, крайне опасному заболеванию для нас. Как происходит назначение этого препарата и есть ли какие-то противопоказания? Знаете, противопоказанием считается беременность и дети до 6 лет. Беременность, потому что мы не проводили такого рода исследования. Ну и дети мы проводим. Сейчас эти исследования, они просто длительное время, они длятся. Они длятся не месяц, не два, это длятся годами исследований, для того, чтобы было четко, ясно и понятно, что мы не можем навредить деткам. То есть, когда они уже закончатся, тогда уже официально можно будет внести эту надпись в инструкцию по применению препарата. Итак, наши дорогие телезрители, хочу вам напомнить, что исследовательский центр «Меркурит» находится у нас в Одессе по адресу город Одесса, улица Старопортофранковская, 101, телефон для записи на прием 320-210. Записывайте для того, чтобы быть здоровыми, ведь чем раньше мы начнем заботиться о себе, тем здоровее будем. И хочется еще раз у вас спросить, вот сегодня, благо успели мы осветить программу борьбы с вирусом, а в каких еще заболеваниях, при борьбе с какими инфекциями используется препарат меркурид? У нас есть несколько программ. Программа «Апоптоз». Тот, кто может посмотреть на сайте вашей передачи. Программа «Антивирус» и программа физиологического омоложения. Это борьба со многими хроническими воспалительными заболеваниями, такие как ревматоидные артриты, как бронхиальные астмы. То есть те заболевания, которые ухудшают качество жизни человека, делают его нездоровым, некрасивым, непривлекательным. И у нас разработаны особенные программы, которые позволяют избавиться от них, то есть от тех белков, которые заставляют наш организм преждевременно стареть, и, соответственно, в результате данного терапии человек становится и здоровее, и сильнее, и активнее. Ну и, разумеется, туда и включаются различные этапы и противоопухоль, противовирусной защиты. То есть у нас подход комплексный. Итак, уникальный научно-исследовательский комплекс «Меркурит» находится у нас в Одессе по адресу улица Старопортофранковская, 101. Телефон для записи на прием 320-210. Приходите и начинайте заботиться о своем здоровье уже сейчас. Ведь препарат разрабатывался на протяжении более чем 20 лет. И все для того, чтобы он был действительно уникальный и помогал нам лечить заболевания, что тоже очень важно. Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня в гостях у полезностей был Сергей Гусев, автор лекарственного препарата «Меркурит». И спасибо вам за то, что помогаете нам быть здоровее. Спасибо. Это была программа «Полезности» на 7 канале. Меня зовут Татьяна Шлюктенко. И помните, что девиз моей программы – это полезно знать, это полезно слышать, и этим полезно интересоваться. Будьте здоровы!